Антонов прибыл на премию «Золотой граммофон», спел новую песню и пообщался с журналистами. 76-летний артист впервые за долгое время появился на публике, передает РИА Новости. Он прибыл в Кремлевский дворец на церемонию вручения музыкальной премии. Не выходивший из дома несколько месяцев, Антонов вышел на сцену, сел за рояль и исполнил свой хит «Поверь в мечту». А затем спел дуэтом с Григорием Лепсом новую композицию под названием «Любимая, спаси меня». Юрий Михайлович отметил, что писал музыку для этой песни целый год, и финальный результат его порадовал. Антонов выглядел столь энергично и жизнерадостно, что репортеры даже назвали его нашим ответом Элтону Джону. Артист стал обладателем специальной награды «Легенда поколений». А после церемонии рассказал, что в преддверии 77-летия чувствует себя не так хорошо, как хотелось бы, передает «Экспресс-газета». Он напомнил, что перенес 3 хирургических вмешательства на ноге. Последнюю операцию Антонову сделали в Вене летом 2021 года. «Здоровье, возраст», — посетовал Юрий Михайлович.